Иди сюда, малыш, иди сюда. Вон он. Он по дороге идет, видите? Что стало? Иди сюда. Ну что, хищник? Ага. Ну как же без этого? Здорово. Вы что думали, весна уже наступила? Идем. Ну иди, иди. Алке тяжело, она немножко беременная, наверное. И у нее лапы короче, чем у малыша. То мы домой идем. По дороге. Идем. Там вот, где ветер дул с поля, там вот такие вот буруны. Ну ничего, оказалось проходимое. Снег трамбуется немножко под ногами. Валера прошел ко мне, потом мы с ним. И вот уже почти нормально. Почти нормально есть проход. Хотя, если вам показать, какая здесь глубина, ну давай. Оп. Ну вот, видите? Это там, где должны машины ездить, в том месте. А это мы идем поверху сугроба. Здесь снега меньше наметало. Через сугроб переваливалось на дорогу. Поэтому здесь плотнее.